Приветствую, друзья! У нас перед Новым годом, знаете, как весной. Солнце светит, розы цветут, мои бутончики. И, конечно, у нас предновогоднее настроение. И мы собрались на привоз. Хотим заскочить, докупить все, что нам необходимо. Мы особо празднества не будем отмечать, но купим еду для наших животных обязательно, чтобы на все новогодние праздники хватило. Ну и для себя что-то там прикупим. В общем, едем на привоз, посмотрим предновогодний привоз. Там у нас Деды Морозы со Снегурочкой гуляют. Что хотим сказать? Повезло, припарковались. Знаете, перед новогодними праздниками не так просто припарковаться. А тут едем, и место. Припарковались, и прямо напротив привоза. Да, сегодня, конечно, очень много людей. Сейчас узнаем, что с ценами. Потому что перед праздником везде очереди. Везде толпы. В одном корпусе, конечно, много и курятина, и сыры. В общем, мяса полно. Голяшечка на холодец. Почем голяшка? 95. 95 за килограмм. Так, надо собачкам что-то. Так, а где, для собачек нету? Здравствуйте. Для собачек уже нету, да? Мы опоздали. А легкая есть. Почем легкая? По 40, там чистая легкая. О, по 40. Для котиков возьмем? Возьмем. Взяли, пошли теперь косточек посмотрим. Косточки куриные. Обычно косточки. Здрасте. Косточки есть, нет? Нету, да? Так, а что там у нас есть? Так, куры у нас. Куры у нас по 82. Так, крылышки 65, бедра 76, филе 136. А это индюшатины филе, да? Да. Вот, кстати, индюшатину можно кусочек взять. Холодец, может быть, с индюшатины? Хочешь? Так, ну что, дайте, может быть, кусочек на холодец. Да, только не такой большой, поменьше кусочек. Красивый кусочек индюшатины. Взвешиваем. Так. 259. А вот обрезочки для собачек. Почем такие обрезочки? 20? Так, вот этот кулечек мы и берем. Сейчас все, возьмем обрезочки. Такие вкусные мясные будут для собачек. Сейчас нам взвесят. Что, отнесешь? Набрали. Ну, животным набрали, а теперь себе. Ах, какая красота новогодняя. В общем, все готовы к новогодним праздникам. Все украшено на привозе. Вот такая новогодняя красота. Так, а тут мясо, мясо, мясо. Здрасте, здрасте. А мне нужны вот эти шкуры на холодец. Почем шкуры? 10 гривен. Вот, возьмем эти шкуры. Они уже такие тонкие, очищенные от жира, отличные. Все, шкуры взяли, индюшатину взяли. В общем, будет у нас холодец. А на улице солнце. В общем, погода совсем не новогодняя. А здесь и огоньки, и дождики. В общем, все по-новогоднему. Сладости, конфеты к новогодним праздникам для детей. Сладостей сегодня очень много. Перед праздниками, конечно. А яблочки по 10 гривен. Отличные. Кто уточку будет запекать, пожалуйста, семеринка. Ну и кто в баньку? Венички для баньки. Ах. А мы идем в молочный корпус. В чем творожочек? 140 сегодня. Немножко дороже стал. Совсем недавно мы брали по 100.
уже подорожало. Творожочек. Почем творожочек? Творожочек 120, цельный, 100 средний. Ага, 100 средний, а цельный такой цельный и желтенький. Да. По 120. Яйца почем? 80-75 тоже. Ага, понятно. Конечно, сегодня на привозе аншлаг. Посмотрите, сколько в молочном корпусе людей. Просто очень много. 140. Я тут. Все что-то покупают, все что-то ищут. Уже начал Новый год отмечать. Ну, а кто-то еще только покупает продукты. Видите, сколько много людей. Ох, какой красивый творог. Почем такой творожочек? 180. Но вид, конечно, очень вкусный на вид. Творожочек взяли. Держите. Все, на 80 гривен. Вот такой прекрасный творожочек. А Светочка наша, которая торгует икрой и рыбой, все украсила к Новому году. Здравствуйте! Какая красота! Все украшено, все сверкает, все гирлянды. Светочка тут занята. Кто еще не купил икру, заходите. Добрый, добрый. С наступающим! Да, икра прямо просится, просится. Такая аппетитная, красивая икра в ассортименте. Вот так вот. Все, приходим, покупаем икру. Здесь Светочка, конечно, очень приятный продавец. Всех обслужит, всем подарит улыбку и всех поздравит с Новым годом. С наступающим, конечно. Все тут по-новогоднему. В корпусе все уже готово празднику. А в корпусе с копченостями тоже аншлаг. Вот такая вот вкуснота аппетитная. Почем такое мясо? Разные цены. Разные цены. Но вот такая вот вкуснота. Это шея 200. Называется. 280 шея. Но очень аппетитная. Так. Колбаска. А почем колбаска? 300. Как всегда, на привозе можно торговаться. Ну и сало, конечно же. А сало почем сегодня? 200. Сало давно держится по 200 гривен. А тут зельц с языками, да? Почем такой зельц? 200. Конечно, здесь очень много людей. Конечно, все на праздничный стол что-то выбирают. А мы, конечно, к Новому году не готовимся особо, чисто символически. Холодец, конечно, будет, и вы увидите, какой он у меня получится. С индюшатины и свиными шкурами. Да-да, желатин не кладу. Шкуры – это вместо желатина. Ну и, конечно, празднества не будем делать, потому что, ну, как-то... такая ситуация в стране, что нет особого желания. Потихоньку скупились. Главное, что для животных набрали, ну и для себя. И едем домой готовить холодец. Ну все, продолжение следует. Ну что, друзья, начинаем варить холодец. У меня, как видите, шкуры чистенькие, очищены, светленькие. Вымытые. И, конечно, куски индейки. Вот такие куски индюшатины. И мы закидываем это в кастрюлю. И будем варить. И, конечно же, шкуры. Вот их сколько. Чтобы не класть желатин. Я не люблю с желатином. Поэтому у меня будет холодец со шкурами. Он будет насыщенный, резиновый. Видно плохо, потому что у нас нет света. Но я думаю, что все поняли. Индюшатина и шкуры свиные. Потом дальше покажу уже, наверное, конечный результат.
Ну и, конечно же, мы кладем морковочку и лучок. Вот и сварился наш холодец. Такой светленький. И мяско такое беленькое, красивое. Ну и, как видите, к этому времени у нас уже появился свет. Сейчас я отберу мясо, шкурки мы отложим для наших животных, процедим холодец, и вы увидите эту красоту уже в готовом виде. Ну вот, это то, что у меня получилось. Вот такая красота. И таких у меня 4 тарелки. Чистенький, прозрачный, светлый. И, конечно, видите, держится прекрасно. И он не тает, и желатина не нужно. Вот такой вот холодец у меня. Ну, а я вас поздравляю с Новым годом. Желаю в новом году нового счастья, нового мира, новых впечатлений и всего самого-самого лучшего. С праздником, друзья!